Иваново принимает студенческие волейбольные команды. Игры чемпионата среди мужских команд высшего дивизиона начались в субботу. Напомним, что из 7 сборных, которые принимают участие, 2 ивановских – ИГХТУ и «Энерго». Все игры пройдут в спортивном зале «Химтеха». У нас прошел косметический ремонт. Вас, вот, видите, все столбики подкрасили, коридорчики все поделили, лампочки поменяли. Все так аккуратненько, все стало нормально, хорошо. Первой из ивановских команд на поле вышла сборная «Энергоуниверситета». Соперники ребят из Оренбурга. Исходя из опыта предыдущих встреч, шансы на победу у ивановцев были невелики. С этой командой мы встречаемся уже третий год подряд. Команду мы знаем, команда сильная. Игра будет, я думаю, сложная. По той причине, что те игры, которые мы играли в других городах с ними, они для нас были с результатом отрицательным. Тем не менее, команда «Энергоуниверситета» обыграла Оренбург со счетом 3-1. В воскресенье на поле вышли лидеры игр первого тура высшего дивизиона сборная ИГХТУ. Несмотря на мастерство ребят, тренер химиков команды из Саратова откровенно опасался. Команда тоже сильная, сыгранная, то есть у них прошло смена поколения. Они сейчас набирают силу, с каждыми соревнованиями все лучше, лучше, лучше команда начинает играть. Химики выиграли со счетом 3-0. Команде «Энерго» в воскресенье повезло меньше. Они уступили Ростову-на-Дону 1-3. Полуфинальные игры чемпионата пройдут 28 мая. Финал болельщики смогут увидеть в среду. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.